В региональном управлении наркоконтроля появился официальный символ и реликвия – знамя. Ивановское управление ФСКН оказалось в тройке ведомств, которым в текущем году вручили этот знак отличия. Торжественная церемония состоялась по поручению президента страны. Право прикрепить полотнище к древку было предоставлено почетным гостям. Вслед за этим секретарь общественного совета при управлении наркоконтроля совершил чин освящения знамени. Знамя всегда, во все времена истории, было главным символом, олицетворяющим честь, доблесть и славу. Знамя Ивановского управления – это не только частица официального символа знамени ФСКН России, но и некое подтверждение верности Родине, священной реликвии.